Всем привет! В сегодняшней распаковке 6 товаров. Не забудьте принять участие в конкурсе, условия которого по ссылке в описании. А первый товар – корректор вальгусной косточки. Прислали просто в пакете. Фиксирует палец, прижимает косточку и крепится на ступне. Имеет шарнирную основу для удобства при ходьбе. Даже танцевать можно. Следующий товар в нашей распаковочке. Что-то продавец намутил пленочки очень много. Чего он так боялся, чтобы не раскололось. Так, а здесь у нас корпус для пауэрбанка на одну батарейку. Да, совершенно верно. Одна 18650. Обычный пластиковый корпус черного цвета. Маленький, компактный, удобный. Закинули в карман, в куртку, в сумочку, куда угодно. Даже можно просто в машине положить бардачок, и вы всегда будете при энергии. Следующий товар. Да, такие штуковины я заказывал очень-очень давно. Уже выиграл спор по ним. И вот, наконец-таки, они до меня доехали. Эта штучка для того, чтобы дверные ручки не оббивали вам стенки. Приклеили эту штуковину на стену, и ручка мягко, плавно будет ударяться об эту резиновую детальку. Не будет много шума в доме. И также целее будет стена. Следующая посылочка. USB звуковые карты на шнурке. Точно такие же, как раньше у меня были на распаковках. Единственное отличие, что у них присутствует шнурок для того, чтобы более удобно было подключать где-нибудь к ноутбуку или к компьютеру. Можно вывести, приклеить сюда, грубо говоря, кусочек скотча и подвести где-нибудь на столе, приклеить. Такая карточка уже как-то попадала ко мне. Работает очень хорошо. Звук приличный. Можно брать. Так, на упаковке написано «Локер». Насколько я знаю, это замок. Здесь у нас имеется вот такой вот пакетик. Так, что же в нем находится? Так, целая куча всего и замочек с ключиком. Так, а где? Вот. Так, принцип такой. Если у вас маленькие дети, вы боитесь за их безопасность, и они у вас умеют открывать окно, установили вот эту штуковину, закрыли ее на ключик, и у вас окно будет открываться буквально вот на 10-15 сантиметров, сколько позволяет вот этот тросик. Здесь идет вот такой металлический или стальной тросик. Ну, металлический, наверное, стальной какой-то, железный. А в аккуратной белой оплетке. Механизмы подвижные. Это закрывается чехлом тоже белого цвета. То есть, соответственно, если у вас белые окна, установили, интерьер портить красоту эта штука не будет. И также вы всегда будете знать, что ваши дети в безопасности, окно не откроют и никуда не убегут. В завершении хочу показать вам очередную алмазную вышивку, которую я заказал с AliExpress. Как и с других товаров, с нее я получил кэшбэк благодаря сервису EPN. Ссылочку на него я оставлю в описании. Обязательно подписывайтесь на мой второй канал, чтобы быть в курсе розыгрышей. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.